4 мая на базе школы номер 12 состоялся открытый урок мужества в рамках уроков разговора о важном. Особое внимание уделялось важности ношения георгиевской ленточки, почему мы ее носим и как к ней нужно относиться. Отметим, что занятия проходили для выпускников 11 классов. Все наше мероприятие направлено на патриотическое воспитание учащихся, для того, чтобы они любили нашу родину, ценили нашу историю. Человек, который помнит свою историю, не забудет ее никогда и отдаст, передаст своим потомкам те знания, которые они накопили за всю свою богатую жизнь. На уроке школьников окунули в историю Великой Отечественной войны, рассказали о ключевых событиях, о том, что послужило победе над фашистами. Стоит подчеркнуть, что и сами выпускники не остались в стороне. Они дополняли докладчика и делились своими знаниями о происшествиях того времени. В моей семье все носят георгиевскую ленту, вне зависимости от какого-либо праздника. Она очень для нас олицетворяет победу. Также мой дед тоже воевал, и поэтому для нас это символ победы. Разбавили семинар видеоуроки о способах подвязывания георгиевской ленточки и ее значении для россиян. Ребята на практике использовали все представленные методы, а также значительное внимание уделялось рассказам о наших солдатах, которые сейчас защищают родину на специальной военной операции. И вся эта, значит, затея связана с тем, что на данный момент наша Россия переживает нелегкое время. Наши ребята находятся на Украине. Мы с ними, мы за победу, мы за Путина, мы за нашу страну. По словам заместителя директора по воспитательной работе школы номер 12 Елены Бодрудиновой, воспитанники школы активно готовятся к предстоящему празднику День Победы. Завершилось мероприятие совместным фото на память.